Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с гостями мероприятия. Светлана, расскажите о вашей компании. Компании «Командор» в этом году исполняется 20 лет. Это крупнейший ритейлер Восточной Сибири. Вот. Я занимаюсь собственным производством в данной компании. Компания быстро развивающаяся, очень динамично развивающаяся. Работает в 4 регионах. Это Красноярский край, Хакасия, Иркутск и Тыва. Расскажите про новинки вашей компании или последние события вашей компании, которые прям... Ну, последнее событие, наверное, очень яркое. Это как раз то, что мы открыли дискаунтер в Республике Тыва, в городе Кызыл, и открыли его с нашим участием, с участием собственного производства. То есть это дискаунтер с пекарней, что, наверное, не очень традиционно для формата дискаунтер. И открытие было очень успешным. Как вам деловая программа форума? Я с удовольствием посетила хлебный конгресс, мясной конгресс, получила массу новой информации, познакомилась с интересными людьми, с коллегами. Мы обменивались весь этот период впечатлениями. Ну, было позитивно. А расскажите в целом о целях вашего нахождения, вашей компании здесь сегодня на форуме. Я не могу за всю компанию, наверное, каждый, кто из нас приехал со своими целями. Я приехала именно получить информацию для себя как руководитель собственного производства. И сегодня был замечательный стол круглый, да, именно посвященный собственному производству. Тоже обменивались информацией, узнали нового, пообщались с коллегами. Ну, то есть, предполагаю, что мы будем общаться дальше, развиваться и поддерживать друг друга в своем развитии. А как вам аудитория форума? Очень эмоционально позитивная. С удовольствием общаюсь со всеми. И, наверное, надо приезжать на это мероприятие постоянно. Спасибо большое. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.